В очередной шестой серии сериала «Ланцет» вы узнаете, как Ладынину приходят коллекторы с требованием погасить задолженность по ипотеке в течение суток. В больнице очередной ЧП, пропала пациентка. Исчез и мужчина с амнезией вместе с паспортом Ладынина. Илью вновь беспокоит из банка, выясняется, что мужчина уже успел взять кредит по его документу. К Ладынину за помощью обращается патологоанатом. Больницы ему угрожают, требуют, чтобы он, не вдаваясь в подробности, указал причину смерти пациента как естественную. Ладынин в одиночку приступает к расследованию. Ладынин заходит к тёще домой, чтобы занести сыну ключи от квартиры, и неожиданно находит у того в ящике наркотики.